приветствую всех телезрителей. В 2007 году двухлетняя британка поразила ученых всего мира. Она в тесте на коэффициент IQ набрала 152 балла. А психолог, которая тестировала девочку, сказала, что маленькая Джорджия могла бы получить еще более высокий результат. Но ей пришлось лечь спать после 45 минут работы. А съемочная группа программы «Телемикс Утро» решила проверить IQ барышень Уссурийска. А соревноваться они будут с сильным полом. Кто из названных лиц был инициатором открытия Московского университета? Да не знаю я. Дашкова, Ломоносов, Державин. Ну, если хорошо подумать. Может быть, Ломоносов? Ну, я считаю, что Ломоносов. Какая наука изучает ископаемые остатки организмов? И варианты: биография, эмбриология и палеонтология. Палеонтология. Биогеография. А в каком слое верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Баловать, каталог, безудержный. Я считаю, что правильная буква выделена в слове каталог. Баловать, а. У меня вопрос из области географии. Вопрос. Столица Канады. Варианты ответов: а. Буэнос-Айрес, б. Оттава, в. Канберра. Я считаю, что вариант б. Оттава. Ну, Оттава. Кто написал картину «Девочка с персиками»? А. Серов, б. Леонардо да Винчи, в. Репин. Я думаю, то, что Серов, может быть. Я думаю, Леонардо да Винчи. 4-3 в пользу девчонок. А все потому, что они намного чаще радуют себя шоколадом. А он, как известно, способствует работе мозга. Виктория Сарада и Сергей Флоренцев, Телемикс.